бывает. Ну попробуй еще раз прочитать. Ну давай. В принципе, этим и объясняю. В принципе, этим и объясняется. Ну, какая-то мантра страшная, дай попробовать. Может, у меня получится прочитать. Ну, давай. Все, сейчас прочитаю. Давай уже. Соберись, Олег. Олег, get your shit together. В принципе, этим... Да ладно, камон. Ну, научный текст. Я могу считать. В принципе, этим я... Слушай, знаешь что? Ты начинай уже с продолжения. Не считай, в принципе, этим и объясняется. Вот после объясняется, вы что... Вы же знаете эту фразу, да? Да, да. Окей. Продолжи читать дальше. В принципе, этим и объясняется, что... Объясняется. Кучность выстрела. Кучность выстрела. Выстрела. Дальше читать. Или повторить. Кучность выстрела. Все, поехали. Тогда как... Дайте телефон, я прочитаю. Блин, он шарит. Мне живот болит. Тогда, как обычное говно. Должно выходить колбаска. Оператор не может теперь. Ну. Смешная статья, да? Ну давай дальше. Хватит, поехали. По колбаску закончили. Ну дальше следующий вопрос. Как же ситуация с блевотиной, милейшая? Спросите вы. А вот так. Вначале выпивается большое количество воды. Потом искусственно называется рвота, затем операция повторяется еще раз. После этого кушать необходимо, и тут же начинаются съемки. В желудке после одной-двух рвот желудочного сока не остается, а то, что было съедено после, возвращается назад почти неизменным виде, без запаха, консистенции супа-пюре. Дальше очень все серьезно. Дивикия сообщает о необычной нямке индейцев племени Качими. Бля, ну эта фраза меня убила, блядь. Про колбаски? В принципе, этим объясняется кучность висера. Тогда, как обычное говно, должно выходить колбаской. Все, ты это сделал, ты это прочитал. Все, я прочитал эту фразу.